Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу представить вам очень интересный салат, который максимально элементарный по приготовлению, но очень сбалансированный по вкусу. Продукты, которые нам понадобятся, вы видите на столе. Заправить такой салат можно будет либо майонезом, либо сметаной, либо греческим йогуртом по вашему вкусу и желанию. Для начала я слегка приварила стручковую фасоль, хорошо, если она будет прям молодая, вот нежная, очень вкусная. Буквально довели до кипения, минуту варю и сливаю. Промываю холодной водой, для того, чтобы она не потеряла цвет. Добавляю туда по вкусу еще консервированные кукурузки. Нам понадобится еще либо ветчина, либо вот такой вот, как у меня, кусочек мяска варено-копченого. Это может быть, конечно, и куриная грудка, если вы хотите салат более полезным, допустим. Режем мы все такими вот столбиками, где-то по 4-5 миллиметров, вот такими вот столбиками. Также вот вы видите, и твердый сыр я порезала. Потом перед подачей режу еще помидорчики и перец, чтобы они не пустили сок. И присаливаю, перемазываю с майонезом. Получается очень вкусно, очень сбалансировано и очень сочно. Обязательно попробуйте, это элементарно и всем нравится. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока!